а она дева по знаку зодиака и стоит на пороге своего 40-летия. Имя нашей героини в последние годы стало синонимом успеха в российском кинематографе. Карьера впечатляет, а личная жизнь окутана тайной. Эта удивительная блондинка покорила сердца зрителей не только своей красотой, но и талантом. Юля родилась в Армавире в семье, далекой от искусства. Ее детство прошло в маленьком городке, где она с увлечением занималась танцами и пением. Именно танцы стали неотъемлемой частью ее жизни, но уже в школьные годы наша героиня решила, что ее истинное призвание – актерское мастерство. Окончив школу, она отправилась покорять Москву, чтобы воплотить свою мечту. Юля стала студенткой высшей театральной школы Сергея Мелконяна, а затем продолжила обучение в Институте театрального искусства, рекламы и шоу-бизнеса. Ее талант был замечен, и вскоре она стала частью театральной труппы в Лас-Вегас. Но театр – это было лишь начало. Юля решила сосредоточиться на кино и сделала правильный выбор. Первую роль в кино Юля получила в 2007-м, и с тех пор ее карьера стремительно пошла в гору. Прорыв для нее наступил в 2013-м, когда она сыграла главную героиню в детективном сериале «Оса». С этого момента ее карьера начала набирать обороты. Она снялась в боевиках, комедиях, детективах, умело перевоплощаясь в самые разнообразные образы. Юлия с удовольствием берется за сложные роли, особенно ей нравятся характерные персонажи. Одна из самых запоминающихся ее работ – роль наркоманки Женьки в сериале «Карпов». Этот образ требовал от актрисы особой эмоциональной отдачи, и Юлия справилась с ним блестящим. В 2020-м Юрченко участвовала в популярном проекте «Некрасивая подружка», где ее героиня Алена Валюшкина вновь завоевала сердца зрителей. Этот сериал стал одним из самых любимых на телевидении. А в этом году зрители увидят Юлю в новом сериале «Зонтик для подруг», где она сыграла одну из трех девушек – Леру. Эта роль обещает быть непростой, ведь Лере предстоит пережить сложные жизненные испытания и найти свою истинную любовь. Юлия Юрченко – актриса, способная сыграть как обиженных судьбой девушек, так и роковых женщин. Ее таланту нет предела, и она всегда готова к новым вызовам. Юля убеждена, что искусство требует искренности, и каждую роль она проживает по-настоящему, без искусственных слез и фальши. Ее кинокопилка содержит более 110 работ, а таким успехом может похвастаться далеко не каждая народная артистка России. Личная жизнь нашей героини остается загадкой. Она предпочитает не делиться подробностями с журналистами, оберегая свое счастье от посторонних глаз. Лишь одно известно. В 2019-м у нее родился сын, но имя отца актриса так и не раскрыла. Свободное время Юля проводит активно, занимается танцами, йогой и фитнесом. Ее друзья и коллеги отмечают в ней скромность, искренность и доброжелательность. Юлия Юрченко – это не просто красивая актриса, это женщина с сильным характером и безграничным талантом. А вам нравятся работы Юлии Юрченко? Делитесь своим мнением в комментариях.